не одно и то же. Блин, как свет. 36, расстояние 12. Так, друзья, мы в прямом эфире. Здесь должно было пройти мероприятие в поддержку Люси Штейн и Марии Алехиной. И ко входу пришла толпа серпа и нота провокаторов. Нет, провокаторы ругаются с охраной. Номер палаты номер 4. Слава КПСС. Палата номер 5. Положите номер 5. Василий Сигарев. Палата номер 7. Роман Балабуев. Нет, конечно, ну это эти, они просто приходят на все мероприятия, блокируют из года в год одно и то же, как бы вот эти провокаторы. То есть они ничего нового выдумать не могут. А вот Люся Штейн. Провокаторы оккупировали вход в здание и никого не пускают. Например, по отношению к чести больных. Одно и то же. Здорово. Слушай, нет у тебя USB-проводка? Не-не-не. Ты эфир будешь вести? Да. Блин, как всегда, поздно. Давно они тут, давно здесь? Ну нет, я вот... Ты на YouTube? Именем
Тарас Ильич сейчас подошел, что-то менту показал. И мент такой, все, я понял. Ну, типа, у него какой-то ориентир, что он свой. Вот. Интересно. И серба, на. Потому что мент его выгонял, как бы, от входа. А вот этот в пиджачке какой-то новый тоже из их. Или это не... По-моему, из них. А, ну да, он с Тарасевичем он стоит. Одно и то же уже по второму кругу. В клинике 9 палат. Психиатрической клинике 9 палат. Сейчас я буду называть фамилии уже людей, которые наших пациентов находятся в данных палатах. Я прошу утвердить или отвергнуть старост и помощников старост в данных палатах. Значит, кто против того, чтобы Катенька Казиянова Евгений пишет про жилет прессом. На самом деле эти нормативы же еще не утвердили, так что можно пока без жилета пресса снимать. По идее. Кто против того, чтобы Артурчик Габас, стал помощником старосты палаты номер один? Рук не вижу, против. Все за. Значит, Катенька Базиянова. И Артурчик Габас становится управлением палаты номер один. Мы хлопаем, пожалуйста, нашим снова представленным старости. Редактор
Это нодовцы, они из года в год одно и то же тупую акцию проводят, вот эти вот нодовцы, как бы одно и то же. Они ничего не могут выдумать уже на протяжении лет 5 или 6, приходят в халатах и кричат всякую чушь. То есть это провокаторы вот из нода. Здорово. Это нодовцы. А, нодовцы. Очень много людей, поэтому... Интересно, вы пришли, да? Кто против Димочки Жарова? Я не вижу рот. Вы пришли специально мыслить? Я журналист. А, преданно. О, здорово. Ты вернулся из Египта, что ли? Да, только и сразу на мероприятие. Только сегодня, что ли? Вчера. А. Раньше был сегодня, там уже сейчас они переоборудовали, вообще в Москве. Что, как там в Египте уже там лет 5 не было? Да, у меня эфир прямой. Это провокатор из НОД. Вот в белых халатах это конкретно НОД. Тупые провокаторы проводят акцию эту из года в год. Вот одно и то же несут, как бы бред. Не будем долго томить наших пациентов. Там редакция, если видеть, подпишите, что вот это как бы. А то зрители могут перепутать, подумать, что это перформанс за, а это как бы провокаторы. И Екатерина Фролова предлагаются старостой и заместителем старосты палаты номер 6 психиатрической клиники в Янушке. Так, попробую зайти внутрь. Кто против? Лиза Стерлигова, Дедрик, Екатерина Фролова. Так. Настроение, смотрю, спортом занимаетесь, причалишь. Отлично. Да. Наверное, в армию собрались. Да, хорошее начало. Это те самые ребята, там помимо нода еще толпы эшников, просто полчища целые. Это же очередь, ребят? А, это уже очередь? Я думаю, что это такое. Очередь на мероприятие. Если бы мы зашли за этими людьми, мы были аж на полпролета выше.
я тогда знакомился с твоим другом Иваном, музыкантом. А все равно? Да, да, еще до того, как он с тобой поцеловался. Да ладно? Да. А, он мне рассказывал. Да, что рассказывать? Это очередь на мероприятие. Специалист, понимаю, горку. Там еще.